Сломалась моя старая шарманка. Теперь я совсем одинок. Добрый день, папаша Карло. Здравствуйте, почтеннейший Дуремар. Слишком доходное у вас ремесло, почтеннейший. Что поделаешь? Живые лягушки, пиявки лечебные, Кукольный владыка, вот твой
моя паника. Главный карапаз, главный карапаз, куклы предо мною селятся трамаю. Будь ты хоть красотка, у меня есть пленка. Плетка всех хвостов, плетка всех хвостов. Огражу лишь плеткой, мой народец кроткой. Здесь не распеваешь, денежки стираешь. Мой большой карман, мой большой карман. Ко мне. Пошел. Пошел. Смею ли я вас обнять, высокочтимый Карабас? Ну? Я к тебе тайные чрезвычайные дела. Ко мне. Фургон. Живо! Мальвина. Перо, Артамон, приготовить все для представления.
Кто это запищал? Ой-ой, потише, пожалуйста. А? Должно быть кошка. Неужели мне почудилось? Вот проклятое, кислое вино так и шумит в голове. Это пищит само полено. Здорово, Джузеппе. Ты что это сидишь на полу? Видишь ли, я потерял маленький винтик. А ты как живешь, старина? Плохо. Вот сломалась моя шарманка. Добывал я кое-как себе на хлеб. Музыкой и пением. А теперь не знаю, что и делать. Я подарю тебе чудное полено. Вырежь из него куклу. Научи ее разговаривать, петь и танцевать. Да и носи ее по дворам. Ты зачем меня стукнул? Это само полено тебя стукнуло. А вот я возьму и тоже тебя стукну. Попробуй. Попробую. Попробуй. Я говорил тебе, это полено. Ну, давай помиримся, что ли. Давай помиримся. Далеко, далеко за морем стоит золотая стена. В стене той заветная дверца, за дверцей большая страна. Сидит и там учится в школах, и сыты всегда старики. И сыты всегда старики. Как же мне назвать мою куклу? Знал я одно семейство, их всех звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино, и сынишка тоже Буратино. Ох, и баловник был этот Буратино. Все они жили весело и беспечно. Назову-ка я мою куклу Буратино. Это имя принесет мне счастье. Зеленые глазки, почему вы так
странно смотрите на меня. Будет у меня сынишка с хорошеньким маленьким ротиком. Мам! Мам! Хочу рот получить! Ладно, ладно. Сделаю тебе рот души. Вырежем маленькой, хорошенькой носик. Это ни на что не похоже. Какой же это нос? Это шило какой-то, а не нос. Ну, и оставайся с носом, как у журавля. Послушай, ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что ж дальше-то будет? Не торопись, Буратино. Вот отдам тебя в школу, там все узнаешь. Выучишься, найдешь замечательную страну, где все дети счастливы, а старики сыты и покойны. Ну? Беда какая. Томат у меня не сухой корочки. Не успел родиться, уже голодаю. Какое средство! Ты куда? Папа, корму. Пап, куда? Принесу тебе поесть. Смотри, без меня не балуйся. Получила.
Ай-яй-яй. Вот до чего доводит баловство. Я же есть хотел. Сейчас накормлю. Вот. Нет. Не все сразу. Вот теперь кушай. Спасибо, папа! Я буду умненький, благоразумненький. Я поем и пойду в школу. Славно придумано, малыш. А вот тебе и азбука, сынок. Учись на здоровье. Ну как, хорошо? Очень замечательно! Папа Карло, а как же я пойду в школу? Я же голенький, деревянненький. Ты прав, малыш. Не беспокойся, платье я тебе сейчас смастерю. Куртку я продал. Да ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье. Выучу, вырасту, куплю тебе 1000 новых курток. Буратино. Thank you.
Леопольда. За 5 купите билет, а за остальные я продал вам замечательного живого телепошонка. Вот он. Нашел дурака! Ну тогда мой хорошенький колпачок! Ступай! Послушайте! В таком случае возьмите мою чудную новую азбуку! Пять сольда! Сольда, мальчик. Так я же заплатил их за черепашонка. Ну и убирайся к своему черепашонку. Бездельник. Играешь на плите? Отлично!
Если не врешь, получишь 50 сольда. Куда? Репетиции продолжаются. И раз. Шести пиявок за каждый ух, или я тут же лопну от злости. Ой-ой-ой, пиявки я все продал. Ах. Куда же вы, почтеннейший? За пиявками. Эй, вы, тряпичные племя, разожгите огонь в бытие. Приготовьте мне припарки. Но, сеньор, у нас нет больше дров. Отличное сухое полено. Полетай теперь в огонь, негодный обманщик. Сеньор, пощадите его. Полезай в очаг. Сеньор, я не могу этого сделать. Почему? Что за вздор? Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку? Потому что очаг и котелок над очагом были нарисованы на куске старого холста. Где ты видел очаг, нарисованный на куске старого холста? В каморке моего папы Карло. Так значит, в каморке старого Карло находится потайная... Хорошо, я тебе дарю жизнь, Валентина. Мало того, вот тебе 5 золотых, отнеси их папе Карло и скажи, чтобы он пуще глаза берег очаг, нарисованный на куске старого холста. Он получил денежки. А мы их заберем. Урочка разболтал. Ловко, ловко я узнал. Карабас, барабас. Сначала сходим туда и посмотрим, влезает ли ключик в дверцу. Начинайте представление!
сцену! Дыма! Время! Сцену! После спектакля я с вами разделаюсь, негодяй! Больше не в силах выносить ваши грубости. Гадкий карабасишка, барабасишка, Мальвина. Полицейские! 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 Только из театральной уборной бежала моя лучшая кукла Мальвина и ученый пудель Артемон. Верните мне проклятую девчонку и пуделя живыми или мертвыми. Оп. Посмотри. Сейчас. Постой. Идиот. Чудес. Спасибо, Алиса. Спасибо.
доставай мешки. Сейчас. Одевай. Пошли. За мной. Пожалуйста.
говорит. Когда папка Орлов, а когда никто. Ой, 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 ой. Теперь я займусь вашим воспитанием, да. Он не виноват. Поймите, Артемон, если заниматься воспитанием, то нужно это делать со всей строгостью. Ой, как это тяжело. Сидите, а то кушу. Ну?
Ванечка, сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться. Так я же хотел купить побольше курсов для папы Карло. Деньги твои украли кот и лиса. Ай-яй-яй, что мне теперь делать? Ванечка, это тот самый человечек, который спас меня от дурмана. Помоги ему. Что ты тогда, Аркила, помоги человечку. Ну ладно уж, помогу. Потайную дверь, и там ты найдешь счастье. Скорее, сюда! Где? Где ключ? Здесь, на дне, у большого камня. Спасибо, тетя Тортила. Смотри, Буратино, не потеряй ключи. Спасибо, лягушки. Смелее, на дно. На дно? Считайте почтеннейший, что ключик у вас уже в кармане. Ключик от нас не уйдет. Не уйдет! Не уйдет! Горяйте, скорее, скорее! Качай, выкачивай. Сейчас, сейчас. 7530. Ну? Три. Три. Четыре. Четыре.
не будет ни вам, Дуремар, ни вам, гадкий Карабас-Барабас. Золотой ключик я отдала Буратино. Что ты наделала, старый плавучий чемодан? Дуремар, скорее, в погоню! Мы возьмем полицейских, мы догоним Буратино! Дуремар, скорее, в погоню! Мы возьмем полицейских, мы догоним Буратино! Дуремар! Ой, миленький маленький Буратино, погиб! Не то я виновата, чертовы девчонка! Иди! Вот она! Ой, ах, радость жизни, свет очей! Наконец я снова с ней! Пьеро! Буратино! Здравствуйте! Вот вам мальчишка, можете его воспитывать. Пойте же, пойте, птички, танцуй, танцуй, Марина! Ножки по светлой дорожке, юбочка как цветок. Буратино, что вы там делаете? Ой, 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 ой. Мальчики, вам придется сейчас же вымыть руки и почистить зубы. Эта девчонка хоть кого со свету живет своим воспитанием. Что ты, что ты, что ты? Да идут Карабас и Дуремар, надо спасаться. Они могли скрыться. Ищи, ищи! Ищу, ищу! Господин Карабас, смотрите! Колпачок Артемона? Ага, попались голубчики! Мальвина? Тихо! Нет. Все равно они от нас. Не уйдут! Не уйдут! Не уйдут! Все кончено, мы погибли! Мальвина! Мальвина! Первому, кто приблизится, я разобью голову! Геро, вы герой! Геро! Брось хвастаться перед девчонкой! Лучше готовиться к нападению Карабаса! Буратино, вы герой! Ладно! Мальвина! Девчонку нужно покормить. Мальчики, хоть мы и ждем нападения Карабаса, все равно вам придется вымыть руки. Вот железный характер у девчонки. Буратино, после завтрака мы займемся арифметикой. А письменных принадлежностей мы не взяли. Сюда, скорее! Миллион чертей. Не могли далеко убежать. Сейчас, почтеннейший, мы их поймаем. Помоги. Поиски негодяев могут затянуться. Нам необходимо подкрепиться. Я голоден, как кошалот. А! Да-да. Поспешим в харчевню трех и скорее. А! Что? Ага, за мной, скорей, вперед. Поспешим подкрепиться. Буратино, Карабас ушел, ушел, ушел! Погиб! Я что-то придумал! Идите сюда! Мы тоже пойдем в харчевню трех пискарей! Мальчик, вы с ума сошли! Я должен узнать тайну золотого ключика! Но ведь это ужасно опасно! Девочка, вы еще не...
Молчи. Молчу. Сандро! Сандро! Ждите меня здесь! Осторожней, Буратино! Осторожней! Пожалуй, сеньор. Сандро, я голоден, как кошелок. Милости просим. Пожалуйте, сеньор. Здравствуйте! Говорят, вы самый храбрый петух. Конечно. Не можете ли вы проводить меня на кухню? Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Сандро, подать сюда румяного поросеночка и доброго вина две больших кружки. У меня внутренности лопаются от злости. Золотой ключик будет у меня в кармане. Негодяи от нас никуда не уйдут. Не уйдут, не уйдут. А ну, хозяин, налей-ка мне вина вон из того кувшина, что стоит у бочки. Кувшин у бочки пусть, сеньор. Врешь. Покажи. 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 Там что-то беленькое чернеется. Там что-то черненькое белеется. Сеньоры, чини мне на язык, прострел в поясницу. Кувшин пуст. Тогда ставь его на стол. Мы будем бросать туда кости. Положу Буратино на ладонь, другой ладонью прихлопну. Мокрое место останется. Птичка, полька, утанцевала. На лужайке уронится. Нос налево. Хвост направо. Теперь у тебя вот сколько детей. Я Мальвина, не девочка, а золото.
Вон. Что это? Зачем же, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? Папа Карло, за холстом дверца, открой ее, вот ключ. Скорее, скорее, папа, скорее, скорее. Yeah.
Вытерпи! Хватайте его, хватайте! Кто звал на помощь? Это я звал! Буратино! На борту! Есть, на борту! Принимай! Есть, принимай! Ну, ребята, живо на корабль! Артемон, пойдем и мы на корабль. Полицейский! Полицейский! За мной! За мной! За это вы мне заплатите 10 тысяч червонцев! Не будь я карабас-барабас! Вот тебе 10 тысяч червонцев. Получай! Ограбили караул! Полицейский!